Да, всем. Выехал сегодня на велопрогулку, типа. Поеду я сегодня 25 километров, короче. Туда, ну и обратно 25 километров. Короче, 50 километров сегодня за день надо проехать. Ну вот. Я, короче, буду вам останавливаться в дороге где-нибудь. На остановках. Ладно, поехали. Все, короче, ждем. Я проехал, короче, 9 километров уже. Заколебался уже ехать. Да. Вот такие дела, короче. Сейчас стою, короче, на остановке. У лонгбордцев. Лонгбордцы, короче, деревня есть такая у нас. Вон она, как небольшая. Ну вот, короче, такие дела. Если я проехал 9, осталось, короче, 15 где-то километров. Я вообще за колебусь ехал 15 километров сейчас. Ладно, короче, встретимся. Около, короче, на дороге когда снимать не получается. Я страшно аж ехать говорю. Ладно, все, встретимся, короче, по пути где-нибудь. Еду, короче, где-то 5 километров, короче, осталось. Ух, блядь, я заебался же нахуй ехать. Все, крутить педали и крутить педали. Вообще охуеешь. Все, еду, короче. Один км остался, вот это, смотрите. Вот это, короче, дорога вниз. Вот это, короче, идет целый километр вниз. Ну, сейчас охереть, да? Ну, там уже, короче, дома видно уже. Все, короче, поехали. Если не я не пиздан, ну конечно. Thank you.
коровник, походу, как я вижу. Или как он там написан? Ферма? Я не знаю, как это вообще называется. Короче, дорога 1 километр целый. Гора, типа, гора, о, горка, 1 километр. Это вот стадион, короче. Ладно, встретимся, я, короче, тёте там, в этом, дома встретимся, или у магазина. Ладно, все, до скорого. Приехал, короче, я уже. Так же колебался ехать уже. Вон, к этому придурку приехал. И вон к этому еще. Да ты модно одет. Эшкери. Скажи эшкери. Эшкери. Ладно, сейчас, короче, гулять пойдем. С этими придурками мелкими. Все, давайте. Идем гуляем. На стадион идем. А мы уже английский будем. Чай! Эшкери. Ты что, шкерился? Смотрите, приехал в деревню в таких классных этих. Уже в говне испачкался, вач. Какая мерзость. Вот идем, короче, гуляем. Сейчас на стадион придем, там встретимся, короче. Чай! Все, пришли на стадион. Гуляем, короче. Сейчас на родник пойдем. Во! Чё? Папа, чё, на попить в другую комнату? А? Попить в другую комнату. Чё на другую комнату? Пописил. Вот дурак. Качайся давай. Главное не извинись. А знаешь, кто там? Я со мной. Пошли, я сказал! Вот такие, бля, вообще так долго ехал, нет. Я не долго ехал. 3 часа, короче, 5-25 километров. Вообще нормально, нет? Я так вообще больше не хочу. Как открыть-то? На, открывай. На, открывай. Спецназ. Кого-то не забодают? Это корова. А? Это корова. Вон видишь титьки. Откуда у быков титьки? У него, у них только... О, нахуй, все, бля. Корова сидит. Я боюсь. Коров? Да. Я не боюсь. Ну ладно, все, брат.
Только вот так вот пройдем. Я боюсь. Ну, блин, какие же рыбасы. Вот это, походу, корова, это бык. А, нет. Это тёлка, походу? Да. Моя. А вот там коровы. Да. А вот там коровы. Блять, она к нам идет. Что? Ну нахер, пошли обратно. Да? Ну, блин, какие страшные. Я боюсь коров. А? А? У нас нету коров в игре. Чё? Дум. Чё такое дум? Куда там? Не знаю, упал на землю. Ладно, ладно. Ладно. Че? И у них есть. Смотрите, я нашел мини-пига. Только это не мини-пиг. Да, Борька, Борька, Борька. Борька, Борька, Борька. Или как его зовут, я не знаю. Борька, 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 да? Да, Борька, 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 Борька. Борька, 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 Борька. Борька, 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 Борька. Борька, 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 Борька. О, смотрите на него мордочку. Гарна такая. Это привело к разливу рек и сходу оползней. Россияне назвали продукты, которые считают качественными. Вот. Заявили, что это товары без искусственных добавок и красителей. Ну, пошла отсюда. Респондентов заявили, что о качестве говорит небольшой срок хранения. Опрос провел полный макромер. Все, еду домой. Ну, пока что иду. Пока, потому что горка, которая скатывался. Вон она там сзади. О. Как я говорил, целый километр. Не буду же, блядь, целый километр, блядь, подниматься по этой горе. Я не знаю, настолько я еще долбанутый. Что лежал, да? Ну вот, короче. Наконец-то я отсюда уехал. Вот этого, блин. Вот этот, короче, жирный. Мудак. Ну, брат, короче, мой. Вообще, такой придурок. Вы бы видели его? А, ну, да, вы и так его видели. Так он, блядь, угорает все время. А он, короче, сегодня опять приехал в гости, значит, и заставили сразу работать. Сено косить. Да. Ну, я не заснял зачем-то это. А вот там еще на сеновал, короче, загревать. Ну я не загребся в этот на сеновал и уехал, короче, раньше времени. Ну все, короче, тогда встретимся в этом. На остановке где-нибудь опять у лунки ворцев. Вот, короче, я остановился у моста. Большую часть дороги проехал. Ну, 15 километров, короче, проехал, осталось уже 10 до игры.
Классное местечко, не правда ли? Река Нясь, если чё. Да, река Нясь. Бульк. Да, вообще хавать хочу. Все, короче, приехал домой наконец-то. Заколебался вообще ехать. Вот такие дела. В следующий раз опять поеду, наверное. Ладно, тогда всем пока. Подписывайтесь на канал.